Всем привет! Добро пожаловать на обзор Fiat Albea 2007 года выпуска. Стоимость данного автомобиля 235 тысяч рублей. Данный обзор будет посвящен экстерьеру и интерьеру автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. И сегодня нахожусь в республике Татарстан, город Набережные Челны. Это салон CarLine. Такие ключи. Здесь стоит автосигнализация. Давайте не будем терять времени и начнем. Я извиняюсь, здесь приходится снимать в несколько стесненных условиях. Тканевая обивка салона. Легко поворачивать руль. Рулевое колесо регулируется только по высоте, по вылету оно не регулируется, имеет механические регулировки. Давайте включим фары, дальний свет. Аварийная сигнализация. Автоматические стекла. Давайте откроем капот. Двигатель четырехцилиндровый, 1.4, 85 лошадиных сил. Дюймовые диски с колпаками. Электростеклоподъемники, как я уже упоминал, электрорегулируемые зеркала, полностью с механическими регулировками водительское и пассажирское сиденье, открывание крышки бензобака, также открытие багажника.
Давайте послушаем звучание двигателя. Ниша для мелочевки. Здесь стоит аудиосистема Pioneer. Рослым пассажирам, как переднему пассажиру, так и водителю, будет весьма просторно. Достаточно хорошая обзорность. Качество материалов отделки тоже на неплохом уровне. Механическими регулировками стекла. Задний ряд сидений также складывается. Интегрированный стоп-сигнал. Здесь у нас разместились зимние шины и диски. Как видите, довольно просторный багажник. Пепельница. Бардачок. На этом обзор Fiat Albea 2007 года выпуска завершен. Цена данного автомобиля 235 тысяч рублей. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал.
Всем удачи и до встречи в следующий раз.